Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93. Эфир нашего телеканала продолжает программа «Каждый день». Здравствуйте. Есть такое выражение, что среда – это маленькая пятница, и я с этим полностью согласна. Несмотря на прохладную погоду за окном, в наших сердцах всегда есть место для тепла. Партнер программы «Сеном Клиник» предлагает услугу нейросонографии. Это абсолютно безопасный метод ультразвукового сканирования головного мозга ребенка через родничок. В лечебно-диагностическом центре «Сеном Клиник» данное исследование проводят врачи Ешмуратова Айгуль Тимуратовна и Сагендыкова Галина Шмановна. Предварительная запись по телефону 53 00 53 50 26 50. В начале выпуска традиционный прогноз погоды. Предлагаю вам узнать, что ждет таксовенцев в четверг 23 ноября. В Мартуке пасмурно, плюс 6 градусов днем, ночью ожидается небольшой ветер, плюс 1 градус на термометре. В Алге в течение дня пасмурная погода, до 6 градусов тепла прогреется температура воздуха, ночью плюс 1. В Хромтау днем малооблачно, без осадков, плюс 3 градуса, ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, ночью минус 2. В Батамше пасмурно, небольшой дождь, 3 градуса выше нуля, ночью до минус 1. Пасмурную погоду синоптики обещают и в Шалкаре. Возможны небольшие осадки. Днем плюс 7, ночью минус 2. В Актобе завтра плюс 6 градусов, небольшой ветер. Далее подробный прогноз погоды в нашем городе. Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе. 18 ноября в честь Международного дня студентов в нашем городе открыли бесплатную столовую для молодежи. Местный предприниматель решил кормить студентов вузов и колледжей за собственный счет на благотворительных началах. Чтобы получить обед, молодым людям достаточно предъявить студенческий билет. В бесплатном меню суп, хлеб, чай, макароны с котлетами, горячая выпечка. Двери для всех студентов открыты с 7 утра до 5 вечера, сообщил меценат. Сегодня предлагаю вам отправиться в кинотеатр «Локомотив» на мультфильм «Маленький вампир». Рудольф – 13-летний мальчик, чью семью преследует злостный охотник на вампиров. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика Тони, своего сверстника. Тони без ума от старинных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он, не раздумывая, предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь эту парочку ждут веселые и невероятные приключения и противостояние с охотником на вампиров. Проехал сам, помоги другому. Рулевые в эфире Рика ТВ. 20 ноября в 19:00 наш очевидец ехал в автобусе маршрута номер 8А. Кондуктор собрал со всех пассажиров деньги и высадил всех на остановке 11 микрорайона. Естественно, деньги не вернул. Ему объяснили, что следующий автобус заберет всех через несколько минут. Следующий автобус, к сожалению, не подошел. Имеют ли право кондукторы так поступать, интересуется актюбинец. Каждый день по этой дороге, которую вы видите на своих экранах, актюбинцы проходят в школу и садик на работу. Это на улице Курмашевой, пересечении улицы Таракулы 22, которая находится в районе Юго-Запад-1. Два канализационных люка полуоткрыты, заросли травой и покрыты мусором. Дорога зимой и летом не высыхает. Одним словом, это болото не обойти. Здесь тяжело передвигаться детям, женщинам и даже крепким мужчинам. Жители просят обратить внимание. Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – День сына. В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют по отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку праздник семейный, то чаще всего он отмечается в тесном семейном кругу. И хочется верить, что пройдет год, два, пять, и День сына станет таким же известным и популярным праздником, как День матери и День отца. Встав в один ряд с датами, когда родные и близкие дарят друг другу теплые слова, заботу и любовь.
В Сенном клинике врач-невролог проводит новокаиновую блокаду. Блокада – это инъекции лекарственных препаратов, введенные непосредственно в район болезненного очага. Особенность лечебной процедуры – мгновенный обезболивающий эффект. Здоровье бесценно, доверяйте лучшим. И в завершении хочу сказать, что мы теперь вещаем ВКонтакте. Смотрите нас в любой точке мира. До встречи в эфире и всего хорошего. Сенам Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93.